Привет. Вместо субботних новостей сегодня поздравления. Всех мужчин, всех отцов, дедов, сыновей поздравляю с мужским праздником, с Днем Защитника Отечества. У женщин есть свой Международный женский день. Ну, так принято, что 23 февраля праздник мужской. Неважно, служили вы или нет, воевали вы или нет. В любом случае, я уверен, что все вы все равно мужчины, все вы готовы в случае необходимости встать в строй на защиту нашей Родины. Большое спасибо.